Так, всем здравствуйте. Рено Сандеро СТП, 2015 год. Столкнулся с такой проблемой, что не работает задний дворник, вот, который включает, который сзади расположен. Начал разбираться. Вот у меня начал разбираться. То есть, соответственно, сразу по цепочке. Вот здесь находится блок предохранителей. Его подковырнуть нужно, крышечку. Вот, то есть сразу я начал проверять. Проверил все предохранители. Этот предохранитель, вот, получается, какой-то из них, 15-й. Ну, не суть, я уже проверил, в принципе. Контролькой вот такой. Вот, полез. Потом посмотрел. Все предохранители оказались целые. Что я сделал дальше? Сейчас покажу. Так, дальше. Что я сделал? Подошел сюда. Вот здесь гофра. Сзади, которая где, соответственно, монтаж. Вот этот кабелей проходит, получается, на задний стоп. Вот здесь задний стопак. И моторчик непосредственно самого привода. И смотрите, что я заметил. Снял, короче, вот этот резиновый жгут, он снимается и с этой стороны, и здесь подковыривается. И проблема сразу вылезла. Оказывается, кабеля очень, очень упругие, дешевые. И они как-то в натяжку. Поэтому, ребята, я потом сейчас вот снял, приехал на стоянку, а попозже возьму инструмент и буду наращивать, то есть вот эти жилы, которые переломаны. Вот эту гофру нужно будет опустить. И здесь непосредственно у меня остались, ну, вот эта вторая часть переломана. Вообще, я планировал, подумай, может отсюда и запущу аж вот до сюда где-нибудь, потому что, чтобы еще хватило. Машина не такой большой пробег, 94 тысячи. Но провода, короче, поотламывались, как будто их обрезали. У некоторых людей я там видео где-то смотрел, вообще там весь пучок переломанный. Но у меня вот здесь два только, то есть непосредственно только два провода. Но есть еще вот повреждения, я вижу, короче, буду вот эту опускать резиновый, как говорится, соединитель, хомут, этот, и наращивать. Так что, кому было полезно, ищите здесь, если у вас что-то не работает, или задний стопак, омыватель, вот здесь, где декоративная вот эта накладочка пластиковая. Здесь находится моторчик непосредственно заднего дворника. Можете тоже, в принципе, посмотреть. Но я туда не полез. Сразу я, то есть, начал с предохранителей. Понял, что они целые. И это... Посмотрел видос, и человек мне подсказал, что нужно вот здесь собака зарыта. У всех Сандеро такая болезнь. Так что всем удачи. Буду ремонтировать. Пока.